Друзья, Елена Боннер была одним из руководителей Карабахского движения. Так же, как и Сильва Капутикян. Она служила мостом между руководством Советского Союза и армянством. Поэтому и она перевернула советского ученого и сделала его врагом Азербайджана, Сахарова. Смотрите, друзья, в своих мемуарах Андрей Сахаров вспоминает, как Елена Боннер Алиханьян заявила: «А на Россию мне насрать». Как только Горбачев, который реабилитировал Сахарова и вернул его в Москву, и столько сделал для армян, остался без должностей, она заявила, что Горбачев не стоит 10 рублей.